Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегакул, мы продолжаем проходить бет на Arkham City. И мы с вами остановились на кошке, мы с вами сейчас тусим за кошку. В прошлой серии произошло очень много, многие вещи. Мы опять сходили к Джокеру. Там был жесткий такой батл. Ну, правда, была ловушка. Ну, теперь Бэтмена там завалило обломками, потому что Джокер там все нахер взорвал. Ну и нас перенесло за кошку. У кошки есть цель, она хочет обокрасть пингвина. Там у него типа банк там есть, типа так далее. Вот, она хочет его обокрасть и свалить из Arkham City. Мы же ходили за кошку уже к плющу, да? Но, как вы помните, это было не очень-то и удачно, но сейчас, в общем, типа за кадром они там договорились. И сейчас мы с вами идем как раз-таки в банк. В хранилище, в банк, как хотите называете это. В принципе, это не важно. Меня почему-то игра подлагивает, хотя не должна, по идее. Она, не знаю, у меня просто моменты бывают, когда она такая, я не хочу работать. Да, за кошку перемещение это, конечно, пипец странное. Просто физики здесь нету. Вот реально, почему-то, когда она прыгает, это... Ну вот это вот окей еще, но вот это вот это странно. За что она там зацепила? Вот что вот? Что за лаги? Они откуда взялись сейчас? У нее, кстати... Если посмотреть, она одевает очки эти. Так. Ну давай. Блин. Я просто не хочу на это смотреть вообще. Ужасно. Как же это странно. Ужас просто. Привет, ребятки. У тебя пушка. Да бей его, пожалуйста, пока в тебя стрелять не начали. Успокойся, дятел. Я буду брать автомат, да-да-да, бери дальше. То есть она что-то сделала, плющ. Что-то натворила там, по-моему, в канализации, да? Вот что такое? Во, все, ура. Во, нормально поработал. А, стоп, подождите, нет, это здесь было уже. Так мы же здесь были, да? Стоп, мы здесь были. Просто тут стена не была выбита, правда. Ничего себе. Тут местечко интересное. Солидно так все. Ну, правда, немножко взорвано, но... Кого это волнует? Ну и куда же хранилище без охраны, да? Напомню, что у кошки только три. Ну, нельзя взять, что ли? Карточка. Они меня сверху здесь не видят, да? Вот я вот за этим буду пока следить, хотя... Давайте посмотрим, как там другой. Вон, вот тот, да, ходит. Вон, смотрите, вот это. У него есть карточка? У него есть карточка.
Отлично. Тут прикольно, кстати говоря. Воровать так. То есть тут еще без обнаружения желательно нам. Security room это у нас где? Это у нас вот здесь вот же, да? А мне как бы вообще что делать-то? Я так понимаю, это просто, да? Это просто я облез сейчас, да? Угу. Нахрена я это сделал? Как мне... Но это не здесь. Правильно? То есть комната эта... Она где-нибудь наверняка тоже в этой комнате, просто вход в нее как-нибудь скрыт, может быть, я не знаю. Здесь? А, точно, что я туплю-то? Вот. Так. Is this a drill? If it is, no one told us. Listen up. The room is hot. Spread out and search for intruders. No prisoners. Move. I don't like this. You think it's Batman? I hope not. We've got special orders for him. With any luck, it's just some Arkham scum trying to get rich. We can have a little fun with them. А двойного нету такого скрытного? Двойного нету. Target in sight. I repeat, visualize Catwoman. Target is lost. Ни хрена себе они. Ты не охренел ли? Слушай, а мне хп как-то мало немного. Их еще трое. Что-то, блин, они пипец, они прострелили меня так. Да я понял, что они проверят даже потолок. А, ну вот этот вот тоже отъехал, считайте, да, он. Ошибся, когда пошел сюда. Фак! Как хорошо, что я за стеной нахер. О, не знают про Бэтмена. Фак, ну что такое? Почему у нее такая реакция замедленная? Чё она бьет так долго? Чё-то мне не нравится это место, какое-то оно конченое. Кошка умирает очень быстро от этих грёбаных автоматов. Что за бред? Вот реально, убил этот просто... Шипы же убивают, ну не убивают, они с ног, считайте, сбрасывают. Это дрил, дрил. Конечно, учебная тревога. Ну, естественно, и кого мне теперь первым брать? Эти очень любят взаимостоять, они просто обожают это делать. Вы серьезно? Вы все тут собираетесь стоять? Вот просто реально, да? Вот на полном серьезе они сейчас ходят в одном месте. Охренеть. Что мне с ними делать? Во-о-о, отрекся. Не смотрите, все равно. Да уйди ты куда-нибудь туда.
Иди проверь. Типа вот этот тут еще есть, но что-то я не знаю его. Хорошо, получилось у меня отвлечь их. Ну, почему ты спрыгиваешь? Убитый, я его не убивал. Подойти не желаешь? У меня был шанс, я его просрал. Не хочешь сюда пройти, проверить? Вдруг какая-нибудь женщина-кошка осталась. Ну хорошо, в этот раз уже получше, чем в прошлый. Ну вот эти... Ага. Ну это мы уже слышали. Да, то есть Бэтмен у нас на столетейке там тусит с Джокером. Смотрите, у Стрэнджа, в принципе, у меня проблемы. Я уже думал все, вот на самом деле. Фу. Охренеть. Такая ты слабенькая, конечно. Все, уходим. Так, ну смотрите, у Стрэнджа, в принципе... Цель не только Бэтмен, да, то есть еще Джокер, он тоже недолюбливает, я так смотрю. Так, дипломат, взять орхидею. Давайте берем орхидею. Серьезно? Нормально. Серьезно? Вот просто на полном серьезе вы сейчас берете и пытаетесь меня... Вот это вы отчаянные, ребята. Да. Что такие профессионалы. В поимке супергероев, это да, это вы, ребята, крутые. Ну, народных мстителей, скорее, правда. Живой еще, твою мать. Опа. Смотрите. Ну и тут, насколько я знаю, есть две концовки. Можно пойти туда, и тогда Бэтмен умирает, и будет типа концовка такая. Ну, он умрет, там что-то там Оракул будет что-то говорить, ну и типа Брюс, все, он умер. И типа Архам Сити, там протокол 10 там выполнен. Но! Это будет концовка. Ну, поскольку мы доброжелатель, мы пойдем, естественно, блин, спасать его. Естественно, твою мать, мы пойдем спасать грёбаного Бэтмена. Можно будет сюда вернуться в любом случае, забрать и свалить. То есть, да? На помощь? О, уже тут.
Figured you could use my help. You're right. I think I chipped a nail back there. You stick with the brooding. I'll handle the wise. Слушайте, а чё? Что не так со звуком? Что-то тихо по мне. I guess we both know what Protocol 10 is now, right? If you're planning on stopping it, you need to hurry. Тихо как-то игра работает, мне кажется, но давайте вообще это на максимум поставлю. Просто бывают у меня такие моменты, когда игра то ли тише становится, но точно не в микшере это не делаю. Ну, в общем, мы снова Бэтмен, и я просто костюм просто вообще в говно весь. Надо выбираться. А, да, еще Талия решила нам помочь. Ну, как помочь, типа, там, двойной агент, все дела. Охренеть. Он не захватил Талию. My tracker is not activating. Reroute all Wayne Tech satellites to boost the signal. I can't do that. I realize it is difficult, sir. But you need to decide if one life is worth sacrificing to save a thousand. Don't do this, Alfred. Batman must save Gotham. I'm sorry, but deep down, you know I'm right. Oracle, do not lose Talia's signal. Okay, the tower's locked down. No way in without the codes. One of the choppers will be carrying the master control program. I just need to find that chopper. Так, нам нужен вертолет. В общем, на самом деле, Джокер не схватил Талию. Он, да не тот. Он на самом деле просто... Охренеть. Охренеть. Она предложила ему то, что она предлагала Бэтмену, то, что Рас аль Гул предлагал Бэтмену, ну и так далее. Ну, в общем, стать Рас аль Гулом. Якобы посредником. В смысле в недосягаемости? Гребаный вертолет, какого хрена вы так далеко от меня летаете? Офигеть, так вот что такое протокол 10. Да что такое? Ну их еще там много. Вертолетов этих еще много. Еще два вижу. Это справа тоже вертолет, да? Ближе некуда. Ладно, пока этот отсканируем. А, фак, микрофон, сейчас. Во. Что-то сегодня вообще все не так у меня. Что такое? Проблема? Ну, давай, 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 не тупи.
Так, что я еще не отсканировал? Лол. Что-то я передумал немного так делать. Новый уровень. Давайте прокачаемся. Так, я там что-то хотел разлить. Нет, стоп. Хищник нельзя. Костюм, давайте костюм. Докачаем баллистику. Чтобы уже пофигу было у меня просто на автоматы их. Потому что я ненавижу, когда в меня стреляют. Так, стоп, тебя отсканировали мы уже. Мне надо за него схватиться. Вот мне надо на него залезть. Вот только что можно было. Signal. When I'm finished in the tower, I'm going after her. She doesn't know Joker. She's out of her depth. Что с плащом происходит? Что ты мыть плащом производит? Да полетели, полетели уже. Разгон берем и летим. А вот и вход. Мой. Отлично. Капец просто. Бред сейчас был с этим планированием, конечно, окей. Так, где вход в эту вашу чудо-башню? А, их трое всего. Ну как красиво, когда они их так в табло просто получают. All your sacrifices, and yet you are the one
to blame. Oh, all this is beautiful. We have at long last defeated the great Batman. Soon, I will take my rightful place at my master's side. We will rule over this world. So thank you, Batman, for all your help. Now, kill him! No sudden movements! Do not let me down. Hurt him! Вот как можно от этого увернуться, расскажите мне? Когда твоя мать анимация не отменяется. Ну в смысле? Игра, ну ты вообще становишься тупой. Нельзя пропускать в табло. Просто твою мать, я нажал, жестаю. О, как меня раздражают эти моменты. Да, конечно. Просто меня очень сильно раздражает, когда нельзя отменить анимацию. Ну вот у меня идет анимация удара, но они меня бьют. Ну я не могу от них увернуться, если у меня идет огромная анимация. Так, короче, щит сломать? Можно щит сломать нахер? Почему нельзя сломать щит, я не понимаю. Сломал ты щит, и все, его уже никто никогда не возьмет. Вот, а сейчас бы мне, прикиньте, урон нанесся бы от этого. Он опять взял щит. Что же вы так его любите-то, а? Что я сделал? Победили они меня, да, Стрэндж? Sorry, I know we shouldn't have, but it's chaos in there. Strange is killing everyone he sent in here. He calls it Protocol 10. What do you want us to do? Wait here. I'm going after Strange. Ладно, давайте пока что с вами на этом закончим. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.